Конечно, соскучился, рад, что вызвали. Вот, предстоит доказывать на тренировках и ждать своего шанса. Вот, в целом все хорошо. Плановые тренировки, все как обычно, ничего нового нет. Как оцениваешь свое состояние, свою форму вот, по игре, наверное, за клуб, потому что там периодически играл в составе, когда-то пропускал матчи. Ну да, то есть последнюю игру не играл, оцениваю нормально и в принципе готов играть. Вот, физическое состояние хорошее, вот, потому что выполняю тоже работу, если не играю, определенно нагружаюсь. Поэтому в целом все хорошо и чувствую себя тоже отлично. Представители СМИ присылают вопросы, вот, в том числе и тебе. Вот, интересно их твое мнение вообще о позиции центрального защитника. Она дефицитная достаточно в российском футболе. Почему такое происходит? Ты играешь на этой позиции. Вот как думаешь? Не знаю, сложно ответить на этот вопрос. Почему такая дефицитная? Ну, честно, даже не знаю, что сказать. Ну, так, наверное, получилось, что дефицитная позиция, в принципе. И сейчас молодежь хорошая подрастает, и, то есть, и, не знаю, даже сказать. Вот все отмечают атмосферу, которая в сборной у нас царит, то есть такая профессиональная, очень рабочая, в то же время ну, легкая и дружная, действительно, да, как бы согласен ты, от чего это идет, на твой взгляд? Я думаю, это в целом создает и тренерский штаб, и кто находится в команде, и костяк команды создает такую атмосферу, даже и... Ну, все, кто находится в сборной, все работают на благо сборной, и это видно и сказывается. Вот то, что так легко и также профессионально все относятся, и очень дружно, и все проходит ну, на одном дыхании, то есть все тренировки, и нет никаких трудностей, которые возникают. Ну, то есть все вообще отлично в плане атмосферы, в плане работы и профессионализма, все просто супер. Ты дебютировал в сборной в матче с Чехией, насколько мы помним, еще в сентябре 2018 года. Вообще как-то изменился ты с тех пор? Прибавилась уверенности в себе, может быть? Вот как ты оцениваешь эти два года уже прошло с момента твоего дебюта? Ну, я, во-первых, перешел в другой клуб, вот, в более, я так скажу, который сейчас борется, будет играть в Еврокубках, да, это тоже шаг вперед. И, ну, конечно, я стал увереннее, более, наверное, за два года опытнее, потому что, проведя за два года игры за клуб, вот, и сейчас остается еще больше работать, чтобы еще лучше быть, и чтобы уже и не только в товарищеских матчах уходить за сборную России. И такой вопрос. В Москве вчера было жарко, плюс 30, сегодня попрохладнее. Насколько тяжело приходится на тренировках и при такой температуре, и особенно после насыщенного графика, который вот есть у команд в РПЛ в августе? Делает ли, например, тренерский штаб поправки на это? Вот? Нет, поправки не делается. Я думаю, это мы, наверное, такую жару привезли с Краснодара вот, вчера. Сейчас сегодня уже так посвежее. Вот. Да нет, не тяжело. Я уже как бы привык за время в Краснодаре, за полгода, что... Такая погода, в Краснодаре даже еще жарче, поэтому поправки не делаются, то есть я не скажу, что тяжело, то есть все нормально.